2000 год. В российский кинопрокат выходит фильм Алексея Балабанова «Брат 2». Вот скажи мне, американец, в чем сила? Сила в Nokia 3310 – это самый передовой и популярный мобильник на рынке. Главный музыкальный хит года – Bon Jovi «It's My Life». В России новая звезда – Децл. В Москве горит Останкинская башня. В Нью-Йорке еще стоят башни-близнецы. Президентом США становится Джордж Буш-младший. 2024 – последний, в теории, год президентства Владимира Путина. В США опять новый президент, пятый по счету в путинскую эпоху. Академик Андрей Сахаров в 73-м году написал о 2024-м. На смену автомобилю придет аккумуляторная повозка на шагающих ногах, не нарушающих травяного покрова и не требующих асфальтовых дорог. Для грузовых и пассажирских перевозок – гелиевые дирижабли с атомным двигателем. Илон Маск в 2024-м отправляет на Марс первую пилотируемую экспедицию. Профессии переводчик больше нет. Роботизированный мозг, по мнению ученых университета Оксфорда, заменяет переводчиков людей. При трансплантации печени используется орган, напечатанный на 3D-принтере. Также на принтере печатают любую одежду. До обещанного режиссером Джеймсом Кэмероном «Восстание машин» остается всего 5 лет. Это меньше одного президентского срока в России. Владимиру Путину исполняется 71 год. Из них 24 он руководит Российской Федерацией. Страна гадает, если не Путин, то кто?